Так, кукуна. А ну, отдельно мы сейчас вот покормим малька. Ну, я уже тут засыпал им артемии. Вот так, наверное, плохо и видно будет, да? Сейчас посмотрим, как он. Вот это уже одна из крайних артемух. Там еще банка осталась. Так плохо, да, на вспышке видно? Они вообще так шугаются света. Вон, видите, шугаются как. Да тут я им сейчас жирно так насыпал. Так уже кабаны, ля какие, миноры. Там подписчик у меня есть, молодой разводчик. Тернеца у тебя вышла, как поплывет малек, берешь яйцо, варишь крутую. Буквально берешь кусочек от желтка, там как спичечная головка, в чайную ложку. Чуть-чуть помыл, вот эту жижицу слил, и там маленькая крошка останется. И вот эту крошку давай в аквариум, только немного, совсем чуть-чуть. Я же говорю, когда малек поплывет. Услышал ты меня, да? Я не помню, как называется, зеленая аватарка круглая. Ну ты понял, короче, к кому я обращаюсь. Ну, смотрите, набивают как пузяки, сразу. Моментально пузо набитое. Видите, на глазах прям. У меня пузится. А ну, сейчас попробуем сфокусировать его как-то. Ну. Фокус не набирает близко, надо чуть дальше. А ну выключить этот фонарь. О, без фонаря, наверное, лучше будет так. От самой подсветки телефона. Ну, видите, сразу, вот, смотрите, у них пузика больше становится. Сейчас они налупятся нормально. Но они у меня сегодня ели нормально и циклопа. Они уже циклопа, я же говорю, хорошо едят. Сейчас они насобирают тут. Пойдет. Плохо видно, конечно. Разные тут блики, шмики. Ну, тоже разные. Маленькие, подзатянутые видно. Есть такие получше. Вот сейчас поедят, сейчас еще воды своей простой сюда ливану, литр еще влезет. А то и больше. Я же говорю, этот кубик 15 литров. Вроде да, вот так вот, квадратная, а влазит, ё-моё. Вот как-то так. Вот они понаедали, смотрите себе шею сразу. Шею, животы. Видите, как они понаедали. Крупненькие же такие. В общем, ты меня понял, да? Друг, понял, как кормить интернет. Буквально не перекормить. А что, эти на разгрузке сегодня пони. Соберись, Василий, во. Этим ничего не даю, они вон уже тут поздвигали аквариумы. Тут вот двигаю назад. Все, вот эту я банку выливаю. Тут чистенькая, смотрите, какая водичка. Я этих тоже не кормлю. Хотя дал он таблетку, сука, что-то самов раздувает. Он, ля. Что-то дует моих, ля, анциков, как двоих он раздуло. Я вижу, как его раздуло. Ля, еще у нас осталось артемию чуть-чуть даже. Соберу еще. Ну, видите, как раздуло их. Вон, смотрите, как раздуло. Толстые такие, блин, чтобы они не сдохли еще. Ну, будем надеяться, что нормально все будет. Не даю им сегодня ничего. Я кину пару таблетосов так, чтобы эти поклевали. Ну, это, наверное, было лишаком. Надо вообще им ничего не бросать. Особенно белые. Ля, как понаедались, какие пузы. Куда вас лезет вы? И вон, ля, какой пузатый сидит. Вы мне еще ляжьте. Это же остатки тех, которые переехали сюда в Валерин аквариум. Блин, там еще было чуть-чуть артемии. Ну, хай собирается. Да, она за светом, конечно, сразу. Ну, сейчас соберется вот эти остатки. А он еще банка у меня стоит. Вот это еще выкормлю. Побалую их и все. Я больше не ставлю, ничего не инкубирую и не развожу. Все, эти разраживаются сами. Я их распродам половину. Потому что я был сегодня в магазине и рыбы валом. Никому она не нужна. Пишут там ходовую рыбу. Какую? Тернецию. Заваленные аквариумы. Заваленные магазины рыбой. В прямом смысле слова. Так что, шуточки шутками, а может что-то такое получится, что я не делал, ну, как бы, а что у меня получалось, кроме интернета и кориков ничего не получалось. Ну, корики, как видите, сидят до сих пор, ничего они не дают. Как-то так. Так, что, вот этим еще ж надо дать. С этим циклопом можно дать. Хотя я вижу, пузы у них еще не пустые. Наверное, пусть эти тоже подразгрузятся, а то их перекармливают, бывает иногда. Да не бывает, перекармливаю. Вы тоже подождете.
Северумих. Видите, как уже, какой день они живут уже в 400 литров. Нормально живут 400 литров. А тот себе тараканиха там прилюбовала. Не понял, я уже не вижу ее. Да где-то там же, наверное. Я не наблюдаю в горшке. Ну, где-то, наверное, лазит. Может, где-то. Ну, тут она, короче. Вылезти, выпрыгнуть она отсюда никак не могла. Нигде. О, минус рыба. Гурама. Вижу, лежит тело. Вот это только увидел. Уберем. Все, короче. Всем покедова. Доброе утро. Спокойной ночи. Добрый день. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. А чётенько какой-то баночки все стало. И тут, да все, везде фэншуец. И тоже, и те же хламонов не кормлюшь, потому что эти же тоже с ума сходят. Вот то утром я им дал чуть-чуть слегонца и все. Сейчас вот это подойду до аквариума. Даже бобики уже проголодались, меня вот этот, они же с хвостами. А кары, конечно, вообще самые первые. Что вы выжуравливаете, я не знаю, что вы выкруживаете там. Не, ну так тоже интересно, да, смотрится с темным фоном. Их так видно, отчетливо, прикольно. В общем, как-то так, все. И этим не даю ничего. Утром я им чуть-чуть дал, и все. Недостаточно, хаю. Действительно. А вон, видите, вот. Уже стадо волков голодных. Уже ждет еду. Все, пакетухи всем.